Вот какой он дома? Что, вот он такой серьезный на самом деле? На него посмотришь, он такой серьезный. Дома он такой же серьезный, нет? Ну, в основном, да. Но не со мной. Чем он вообще занимается дома? Дома? Мы смотрим фильмы. Вообще, мы, наверное, больше разговариваем. Вот какое-то есть увлечение? Личное увлечение? Играть в игры? Компьютерные. А вот после игры он пришел, что он сразу делает? Отдыхает или сразу за компьютер прыгает? Отдыхает. Честно? Отдыхает. А покушать любит? Покушать, да. Что есть? Он любит сладкое. Вообще он любит сладкие напитки. Перед игрой тоже сладкое кушает? Да. Он вообще бывает смешной, нет? Он настолько серьезный, мне кажется. Порой я думаю, что в нем живет ребенок. В некоторых случаях я думаю, что я серьезнее бываю, чем он. А как это проявляется? Что он вытворяет? Шутит. Он любит шутить. Про что? Надо мной. Чаще всего надо мной. Например? Не, я не буду рассказывать это. Чего? Нет. Это семейная тайна. Сам, может, любит сам готовить, кушать? Не любит? Готовить? Нет, вообще нет? Нет. Если ему... Если придет, скажет, наверное, я устал, на диван все обслуживаем. Нет. Если мне действительно нужна помощь, он обязательно поможет. И в квартире убираться, и готовить? Да, конечно, он может помочь. Ничего. Даже убираться тоже может. Когда проигрыш, как он себя? Не трогайте меня или как? Ну, я стараюсь не то, что он не уделяет этому особое внимание. Больше я, наверное, стараюсь его не трогать. Пускай как бы отойдет, успокоится. Захочет, сам что-то расскажет. Нет, так нет. Девочки, поздравляю нас с 8 марта. Желаю, чтобы каждый из вас был счастлив по-своему. Всего вам самого наилучшего, дорогие болельщики. Спасибо за вашу поддержку. Приходите на наши игры. Мы вас любим и ждем. А как он тебя поздравил с 8 марта? Или еще нет? Пока нет. Пока нет. А что ждешь? Ну, не знаю. Сюрпризы. Я люблю сюрпризы. А может он забыть, что сегодня праздник? Игра же? Думаю, что нет. Ну, вообще, все внимание игре, а потом все праздники и веселье после игры.